Так, ну что, давайте. Всем доброе время суток. Мы опять приехали к Валерию Константиновичу. Ребят, очень многие спрашивали про абрикосы в Сибири. Какие они вообще, как они плодоносят, как они себя ведут. Я опять приехала к Валерию Константиновичу. Он хочет рассказать о своих абрикосах. Так, ну дело вот в том, что для начала не все знают Валерия Константиновича, поэтому и вас. Значит, вы Жмакова Марина, вы блогер. У вас, как называется ваш блог? Домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство, да. Так? Значит, часть фильмов попадает к вам, и у меня уже много раз. А я Железов Валерий Константинович, русский украинец, западенец, Львовская область, Волынская область, Херсонская область, потом Сибирь, потом Норильск, и последние 35 лет новая родина, вот это вот сад. Разговор поздний. Поэтому и тема, мы же как договорились. Сегодня какое у нас число, кстати? Сегодня? Сейчас скажу. Я тоже не помню. 14-е? Нет, какое вы что? Не помню. 16-е уже было. 16-е уже было. 17-е, 18-е. Ах, не, раз такая точность нужна, я сейчас гляну. Да, я думаю, будет гораздо телефоне. Интереснее, если будет. Да, интереснее, потому что у нас тема сегодня поздние сорта. Я тоже не помню, какое сегодня число. Сейчас. Слово, вообще вылетело из головы. А это мы так живем. Как говорится, да, и в числах, естественно, теряется. Да, еще с таким хозяйством. 18-е, среда. 18 сентября 2019 года. Ага, значит, мы с вами как договоримся? Весной про весенние дела, осенью про осень. Сейчас поздняя осень. Да. Но на самом деле осень задержалась на месяц. Уже в прошлом годом бы раньше здесь все было бы желтым. А сейчас все еще зеленое, так? Это вы нашли яблочко, вон да, грушка. Я вижу яблочки у вас. Ага. Это не повезло, это яблони. А когда разросся абрикос, она попала в его тень. И все, ее судьба предрешена. Она будет убрана отсюда. Яблоки не вызревают, видите? Угу. В тень полная. Ну ладно, мы отвлеклись. Что такое поздняя проблема? Дело в том, что давайте вспоминать. 2011-2012 год. Ранняя весна, теплый март, апрель. Шутка ли, в апреле зацвели абрикосы. А 9 мая снегу почти по пояс и мороз. Остались без абрикос. Ну, и да, тем да. не менее абрикосы были. Да. Вот как это случилось? Вот примерно так, как здесь. Последняя, сейчас 2019 год. Весной что у нас было? Заморозки, так? Вот. Мы с вами угощал я вас 100-граммовыми абрикосами. Да, у меня и фотки есть. Вот. Я же показывала нашим зрителям. Ага. Но дело в том, что бывает такая вещь, хороша ложка к обеду и хорошо, когда есть резерв. Пусть даже вот такие скромные, как вот эти. Сейчас я покажу. Я тоже веду съемку, вы ведете и я веду. То получится два фильма почти одинаковых. Ну, вы для себя, разных. А я для себя. Да. Значит, смысл такой. Если нормальная такая философия, если нормальная дружная весна, жаркое лето, в Сибири оно всегда было жарче, чем даже в Европе, в средней полосе, как хоть и говорят, ах, Сибирь, ах, замерзаем. У нас каждое лето, почти каждое жарче. И вдруг весны не было, лета не было, холодно, сыро, из 7 дней 6 идет дожди, и сейчас, кстати, я сейчас ворожек только снял, уже начал накрапывать, и так каждый день практически. И что должно было случиться? Во-первых, абрикосы должны были сгнить. Они не то, что сгнить. У них такого понятия у наших абрикосов нет. Они в основном Дальнего Востока. Теперь, хвость они скромные, но почему я про них говорю? Уже в конце июля упали, вспоминайте, королевские. Вот. Уже в августе мы с вами угощались огромными академиками. Баями, фейнами. И, наконец, пришел сентябрь. Крупноплодных уже нет, а их и так было мало. Они попали под заморозки. Они раньше цвели. А этим что? Почему они? У нас же в этом году... Ну, на ваш взгляд, сколько абрикоса на ваших глазах ведер было собрано? Вы тут почти каждый день были. Ну, лично на моих глазах я как бы сильно не смотрела, но видя, сколько пустых ведер было приготовлено, ну, по ведер 20, я думаю, в день было собрано. И таких дней было много. Ну, сколько раз приезжало, никто не считал. Ну, ладно. Кстати, сейчас идет то же самое, где-то здесь
моя помощница гремит ведрами. Да, вон там вот. Ага, даже слышно. То же самое. Сейчас знаете, что она собирает? Роскошную сливу. Так вот, почему я попросил ее пока не собирать? Вот это, ну, чтобы нам было что снять. Итак, когда они будут собраны, я их выделяю в отдельную строчку и включаю в каталог, как абрикос, сын, абрикос под названием «Сын манжурца», уже без номера, они мне все пронумерованы, поздний. Если посмотреть вот так, вот здесь как раз и написано «поздний». Это уже навсегда. То есть мы с вами, благодаря очень холодной весне, холодному лету и холодной осени, выделили отдельную группу абрикосов. Всего таких дерева 3-4. Так. И не будем смотреть, что они мелкие. Знаете, почему они мелкие, почему они в этом гнойнику? Солнца не было, это однозначно. Да. Сладкие были только королевские. И эти, ну, огромные. А падают абрикосы. Угу. А дело в том, что солнца не было, раз. И во-вторых, урожай был такой огромный, невозможно сахар сохранить в таком количестве в плодах. Страдает сахаристы. Вот. Но в прошлом году они были в 2 раза крупнее, но тогда было жаркое лето, и мы не могли выделить его. Знаешь, что такое жаркое лето? А берут, цветут почти одновременно. Жаркая весна, лето, почти одновременно цветение. И только когда момент истины наступил, когда наступило самое за 35 лет моей практики, самое холодное лето. И тогда получился разброс аж на 2 месяца. Первые пробовали 2 месяца назад. Вот. Я когда-то абрикосы увозил на московскую конференцию, а я выехал отсюда, я как помню, 13 июля я возил абрикосы уже почти спелые. А сегодня у нас 18-е. Ну, это действительно, конечно, в нашем регионе иметь такие поздние абрикосы, это вот, на мой взгляд, это феномен. А, так вот в нашем регионе это одно лето такое из 35. Да. А это гораздо важнее, Марина, для других регионов. Вы заметьте, Красноярск бывает без заморозков? Нет. Нет. Новосибирск бывает? Нет. Этот самый Томск, Омск, вся Сибирь. Урал не бывает. Бывают трассы, как у меня у друга. Один сад пуст, другой не пуст. Один посажен от другого на расстоянии там 3 километра. Уже разные результаты. Теперь ландшафт. Смотрите, я к чему клоню. Я раньше разделял как. А мне говорили, у тебя есть поздняя? Я говорю, да, они примерно одинаково. А я советовал как. Есть южный склон, есть восточный, западный и северный. И если повезло, что абрикосы любят неровную местность, повезло, что в принципе посадка на юг, учитывая короткое российское лето, это возможность успеть и вызреть, и уйти в зиму нормально. Южный склон. Но бывает, южный склон-то как раз-то и убивает эти заморозки-то. Он первый-то и попадает под заморозки, раннее цветение. Тогда я говорю, ну хорошо, если у вас такой, знаете, типа холмика, чтобы часть сада посадили на юге, а часть на западе, а еще немножечко, еще и ну не на севере, конечно, тьфу-тьфу, еще немного на востоке. И получится, что он будет свисти в разное время. А вот этого, я не знал, что у меня такие поздние. Вот я показываю их еще раз. Я этого не знал. Теперь получается мой совет уже. А, Анапа, Одесса, Краснодар, короче, Сочи. И у них те же самые эти заморозки. Да, кстати. И последние годы еще страшнее. Катаклизмы начались. И теперь получается так, что нам скоро негде будет брать абрикосы. Вы знаете, что в Сочи завалено турецкими фруктами? Вы знаете, что они вообще разучились делать? А еще вот эти проблемы. И вот мы, сибиряки, опять впереди планеты всей, мы с вами, на ваших глазах, мы выделили абрикос, который назовем сын манжурца, поздний. Никогда раньше такого не было, я понятия не имею, что они поздние. Да. То есть вот для холодных регионов? Это для холодных регионов. Просто. Вот, это первый момент, сейчас мы на этом закончим. А еще же речь идет, пойдет и о сливах, и о яблонях, и о грушах. Вот, не только абрикосы. Да, на абрикосе пока закончим, да? Да, пока закончим.